Игорь Александрович, а чему вы них втекли? А как я мог предать людей, а как я могу предать Харьков? Ну, у меня, честно говоря, даже в мыслях никогда не было куда-то бежать. И почему я должен бежать из своего родного города? За мной Харьков, за мной харьковчане. Я горжусь тем, что моя команда практически вся осталась в городе Харьков. Я очень горд, что я не ошибся в этих людях, потому что были разные мнения, я слышал разные мнения. Но я сегодня вижу, как моя команда работает. И эффективность этой команды еще раз доказала война и доказывает каждый день. Потому что те коммунальные службы, которые сегодня работают в городе Харькове, они действительно герои. Сегодня в городе Харькове необычайное настроение, необычайная обстановка. Мы на самом деле стали совершенно другие во время войны. Мы стали относиться друг к другу, как к своей семье. Мы стали чуткими. И меня это очень радует. Сегодня нет места политике. Сегодня время объединения нации, что самое главное. Сегодня мы должны объединиться и победить врага. Это наше право, право жить дальше. Я могу вам сказать свое мнение, как бы я хотел, чтобы это было, но понятно, что это решение будет приниматься на правительственном уровне, и здесь нет, к сожалению, нашей компетенции, но я думаю, что мэров будут слушать, я даже уверен, потому что мы сегодня в тяжелейшей войне на самом деле отстаиваем еще одну институцию демократии, и это очень важно. Как бы я видел этот процесс? Я бы видел, что в Харькове около 500 домов не подлежит восстановлению. Вдумайтесь, 500 домов, многоквартирных, многоэтажных домов. Их просто невозможно восстановить. Что должно быть и появиться, на мой взгляд? Я хочу, чтобы люди, которые лишились жилья, получили деньги на руки. Чтобы не строили мы им по заказу жилье, а люди получают по оценке, да, независимая экспертиза, получают деньги. Кто-то захочет себе, но рынок жилья будет. Кто-то захочет себе купить чуть больше жилье, взяв в ипотеку и внеся эти деньги. Кто-то, у кого-то есть, может быть, другое жилье, и он захочет эти деньги там пустить на развитие бизнеса. Кто-то захочет купить чуть меньше жилье плюс машину или то, что необходимо. Но это будет стимулом развития экономики. Я не хочу, вот вы говорите, там коррупционная составляющая и так далее. Если будет прозрачный нормальный рынок жилья, да, а у людей будут деньги, которые им выплатят государства, там, международные институции, то каждый человек будет вправе распоряжаться этими деньгами на свое усмотрение. И мы сразу уберем любые коррупционные составляющие на самом деле. Да, коррупционные составляющие мы уберем, но вы понимаете, если разбомблена Хрущевка и у бабушки была квартира в
там общая жилая площадь 40 квадратных метров, и она хочет эти свои две комнатки иметь, то за эти деньги, за хрущевку, она же не купит эти две комнатки в новом доме. Я не скажу вам так, абсолютно. Вы же сами сказали, что будет подороже жилье в связи с новыми коммуникациями, с технологиями. Добавочные коэффициенты. Это все очень легко регулируется, очень легко. И зональностью, и поправочными коэффициентами, и коэффициентом инфляции. На самом деле такую методику можно разработать, и я думаю, что она будет разработана. Речь идет о другом, что у нас же есть такие примеры. До войны мы планировали, мы обязательно построим, у нас есть уже кредитные ресурсы, две станции метрополитена. В Харькове будет развиваться метрополитен однозначно. И эти деньги лежат на счетах, просто закончится война, и мы приступим. И мы проводили отселение. И я очень хорошо знаю, что у нас, когда мы проводили отселение людей, мы так нашли компромиссные варианты, что у нас было всего несколько судебных решений. Всего лишь несколько. И то это касалось больше того бизнеса, который был расположен на этих местах. А то, что касается людей, знаете, я же не случайно сказал, что Харьков уникальный город, это одна дружная семья. Здесь есть место компромиссам, разумным компромиссам. Я уверен, что можно это сделать, я уверен, что можно договориться, но люди должны получить качественно новое жилье. Я 24 лютого чергувала. Було жутко. Було незрозуміло, що робити, куди бігти. Всі знаходились в бомбосховищі, діти, співробітники з їхніми сім'ями, жителі домів. Ми всіх їх приймали. І у нас дуже багато було жінок з дітьми. Подальшому ми їх вже виписували швидше. Добу, півтора доби, три доби і виписували додому. У кого вже не було на той час дому, то жінки з дітьми знаходились у нас, скільки потрібно. Тут всюди жили на випадок, коли обстріли, так? І тут ми жили, і тут оборудована кімната була, де діти, які лікувалися, вони були тут з медичною сестрою. Це як палата інтенсивної терапії була. Там було тепло, було світло, там нема вікон. А тут всюди? Да, всюди були люди і там на тій стороні. Незважаючи на війну, на постійні обстріли, наші жінки народжували. І ми були разом з ними. Всім колективом. Ми їх підтримували, ми всі обіймалися, згуртувалися всі. Були важкі моменти. У нас народилося з 24 лютого десь 136-140 дітей. Було дуже страшно. Ми зачинились, це було 17 квітня, тому що був страшний обстріл. Був дуже страшний. І ми 17 квітня теж чергувала. І я пам'ятаю, що стіни валились. Я думала, що нам капець. І всі так думали. Дякувати Богу, ми всі вижили. Пострадали тільки вікна, стіни. З 2 травня ми вже працюємо в звичайному режимі. Краще стало, звичайно. Нема таких обстрілів. Не так страшно, але підвал відчинений.
Підвал відчинений, і ми завжди готові спуститися в підвал. Были повреждены все соседние здания. В одном здании была очень сильно повреждена кровля, остальные здания здесь были повреждены частично. Но окна повыпадали практически везде. Было очень много аварийных ситуаций, которые мы сейчас исправляем. Например, на одном из зданий фасадная плитка начала падать, могла упасть на прохожих, люди уже внизу ходят. Нужно было срочно ее поправить. В настоящий момент, особенно в центре города, не на все здания мы можем попасть. Поэтому мы пытаемся отработать в первую очередь там, где живут люди, или где находятся люди, где они работают, или где они чем-то занимаются. А потом дальше по заявкам отрабатываем уже тех людей, которые приезжают назад к себе в дома. Уважаемые харьковчане, 1 июня каждый год в сердце нашего родного города на площади Свободы тысячи талантливых детей собирались на концерт-акцию «Дети Харькова за мир», чтобы донести до всех такую, казалось бы, простую, но очень важную мысль: нам нужен мир. Но в нашу страну пришла страшная война. В этом году голоса детей направлены на поддержку наших защитников, на поддержку родного города-героя Харькова, на поддержку Украины. Это наше послание миру, наше желание жить счастливой жизнью, которой мы достойны. День защиты детей, получается, защищают детей, праздник происходит. Детей как тоже надо защищать, что они как тоже люди. И тоже имеют свое право как там делать свои там дела. Все дети могут быть независимы. Типа детей не расстраивают. Защищают тех детей, которые не могут получить ту любовь, которую получаем мы. Это хороший праздник, и его нужно отмечать. Ну, если родители ведут себя плохо, то нужно, конечно, защищать от родителей, защищать от всяких, ну, как же сказать так, прохожих, которые ведут себя неадекватно. От неправильных решений. А еще от опасностей. От войны, от драк, от всего. От вредных привычек, плохих мыслей. Ну, от насилия, там, от драк, от буллинга. От дядек страшных. Злодеев всяких. Прогонять, да, тех, кто ведет себя плохо. Ну, по отношению к детям. Мир — это, ну, дружба.
когда страны не воюют и не убивают мирных жителей. Людям нужно человечность иметь по отношению друг к другу. Понимать друг друга, слушать, слышать. Научиться договариваться. Не ссориться там, например. Успокоиться. Не возбуждать гнев в себе, не надо, типа. Мне кажется, если я правильно сейчас отвечу, Россия чтоб ушла, и, ну, людей было счастье, и, ну, мы отстроились, и все. Чтобы не воевали, чтобы дружили и не жадничали. Это твоя эмоция, и она очень, ну, вот так есть такая фраза: счастье за деньги не купишь. Счастливая семья, когда все друг друга любят, друзья, ну, тоже для кого-то счастье. Например, вы с родителями едете, например, на море, купаетесь, веселитесь, вот это счастье. Когда кто-то кого-то радует, то, ну, даже подойти до любого человека, подарить шоколадку, я думаю, ну, настроение все равно поднимется. Это когда день рождения, или тебе дали подарки, когда мама с папой рядом. Когда на душе становится хорошо, когда, вот, например, кому-то помог там. Счастье – это когда будет мир. Чтобы мир изменился в хорошую сторону. Не было никаких таких глобальных проблем. Вот мое желание, чтобы у всех было все достаточно. Еды, денег и всякое такое. Чтобы была чистота, чтобы не было всего глобального потепления. Чтобы люди были добрее. Чтобы все было как раньше, закончилась война. Чтобы был мир во всем городе, чтобы город был таким, как и был. Чтобы если цветы, было очень много улыбок, и чтобы люди дарили всем подарки, помогали, любили. Ну, чтобы война закончилась, я вернулась домой. Потому что дома – это дом, родной дом. Хочу поскорее в школу. Раньше вообще не хотели дети ходить в школу, прогуливали. А сейчас, когда все увидели школу, все начали плакать, хочется в школу. Чтобы война закончилась, чтобы родители всегда счастливы были. Поехал бы, купил полную газель цветов. И просто маме подарил бы, чтобы она была счастлива. Чтобы война закончилась. И чтобы там папа вернулся с войны. Чтобы был мир на земле, хочу. Чтобы был. А еще, чтобы моя семья была самой счастливой в мире. Алешина, возле нашей администрации, возле суда, возле метро ХТЗ мы высадили клумбы с вазами. На проспекте Московском возле круга тройки высадили. Планируем еще завтра высаживать возле фонтана на ДК ХТЗ.
Ці пункти працюють в рамках нашої міської програми «Допоможи ближньому». І програма працює більше 25 років. Ми допомагали і людям, які приїздили з Чорнобиля, і людям, які приїздили після землетрусу з Арменії. І просто людям, які приходили і просили нас про допомогу. Ви ж бачите, що такий пункт за два дні не зробиш. Він працює системно, він капітально зроблений, і він працює так, як треба. Про що я хочу попросити харків'ян? Ми надрукували графік, контактні телефони, часи прийому. Несіть нам, будь ласочка, одежу, обув. І обов'язково речі побутові. Людям потрібні кастрюльки, чашечка, ложечка, тарілочка. Ви ж бачили, ми тут збираємо і ці речі теж, але вони людям потрібні. Тому не цурайтеся нічого. І ще велика така просьба, щоб все було частеньке. Вони працюють у всіх територіальних центрах, у всіх районах міста Харкова. І людина може туди звернутися незалежно від місця проживання. Увага! Харківський метрополітен змінить графік роботи. З суботи 4 червня поїзди ходитимуть з 6.30 до 20.00 вечора. Нагадуємо, усі станції метро громадяни можуть використовувати у якості укриття від обстрілів. Не нехтуйте оповіщенням тривоги. Прямуйте до найближчого укриття. Бережіть своє життя. Начала полномасштабного вторжения в Украину только в тех районах, которые мы обслуживаем, было повреждено 79 начальных закладов, больниц, поликлиник и так далее. Тех зданий, которые являются критическими зданиями инфраструктуры, те здания, в которых прятались люди или лечились. Мы все эти здания берем в работу при возможности, когда нас пускают уже туда сотрудники МЧС, и стараемся максимально восстановить то, что там хотя бы осталось. Разрушения в этих зданиях в основном это, конечно же, окна, двери и кровли. Есть некоторые здания, в которых разрушено даже несколько секций самого здания, то есть они сруйнованы полностью. В тех зданиях, где нам удается просто закрыть окна и подлатать кровлю, и мы понимаем, что эти здания можно восстановить и небольшой кровью относительно, есть здания такие, на которые нужно делать заключение техническое и проектно-сметную документацию. Только после этого приступать к их нормальному восстановлению. Каждый для себя должен принять решение. Возможность обстрелов, хоть и не такой интенсивности, она сохраняется. Возможность ракетных ударов, и мы вот буквально ночью получили ракетные удары, сохраняется. И каждый человек для себя должен принять это решение. Готов ли он сегодня жить в таких условиях? Поэтому, знаете, тем не менее, где-то 2000 человек ежедневно в город Харьков возвращаются. Поэтому каждый должен принять для себя решение, идет он на этот риск или не идет.
чи є ті люди, яким після війни ви не готові подати руку? Є, звісно. Чи готові ви називати їхні прізвища, чи ви не хочете про них говорити? Ви знаєте, я, мабуть, не хочу називати всі прізвища. Я обов'язково назову їх після війни. На сьогодні я думаю, що не треба цього робити. А чому от ваше ставлення до них змінилось, ну, якщо говорити узагальнено? Хтось струсив. Кто-то предал. Причем предал не меня, предал город на самом деле. Кто-то убежал и оттуда там ворнякает, в инстаграмах пишет вместе со своими женами. Вот. А на самом деле могу вам сказать, что я горжусь тем, что моя команда практически в полном составе осталась здесь. И моя команда работала под снарядами и работает и под снарядами, и под пулями, и делает все возможное, а порой иногда и невозможное, для того, чтобы обеспечивать жизнедеятельность города Харькова. И приедьте в Харьков, посмотрите, в каком состоянии он находится. Да, те люди, которые уехали после начала войны из города Харькова, и сейчас приедут, должны понимать, что город Харьков тогда и город Харьков сегодня – это разные города. И разные города, потому что российский агрессор с особой жестокостью и циничностью уничтожает наш жилой фонд, уничтожают наши школы, детские садики наши, наши больницы, нашу инфраструктуру, наши административные здания, наши лечебные здания. Но, несмотря на это, у нас чистота, порядок. Там, где это возможно, все коммунальные услуги предоставляются. Ездит общественный транспорт. Мы запустили метрополитен. Да, тяжело, но это война. И мы сконцентрированы, и каждый сегодня на своем фронте. Поэтому могу вам сказать, я горжусь теми людьми, которые работают рядом со мной. За 142 звернення прийшло. В якому форматі ми будемо працювати? Будемо відпрацьовувати по зверненням громадян. Це система залпового вогню. Це відрада. Скільки приблизно вже вантажівок зібрали? Та там не вантажік, там вже потяги, напевно, десь цілі. Труднощі виникають із-за того, що проходять обстріли. А так взагалі труднощів ніяких нема. Працюємо, як і повинні працювати. Чи виїжджаєте в область зараз? Ну, виїжджаємо, але недалеко. Там виїжджаємо, працюємо з електриками, працюємо, перевіряємо території, щоб електрики могли давати світло. Скільки ще років знадобиться для того, щоб повністю розмінувати? Ну, конкретні цифри вам такої ніхто не скаже. А років багато потрібно. Ну, якщо ми досі працюємо по Другій світовій війні, то тут буде дуже багато років це все. На даний час вже відпрацьовано більше 6 тисяч звернень громадян, але звернення є, тому що люди повертаються, люди звертаються за всі підозрілі предмети, що вони бачать, тому викликають саперів. В різних ситуаціях все буває по-різному. Є обстріли градами, є залишки від ураганів, від смерчів, є бойові елементи від ураганів, від смерчів. Ситуація різна. Поспішати повертатися не потрібно в даний час. Якщо бачить підозрілий предмет, звертатися на лінію 101 або 112 на ДСНС, залишати своє звернення. Ми вам обов'язково перетелефонуємо і будемо домовлятися про зустріч з вами. Сьогодні я хочу обратитися к тим, хто ще не вернувся в наш любимий город Харків і хоче узнати, в пригодном ли состоянии жилье, их дома. Для этого
мы сегодня запускаем чат-бот. Пройдя очень простую регистрацию, вы сможете узнать, пострадало ли ваше жилье. Если да, то насколько. Есть ли в доме электричество, вода, газ, разрушен ли цокольный этаж, входная группа. И, исходя из полученных данных, вы сможете принять взвешенное для себя решение, возвращаться ли сегодня в Харьков. Хочу отметить особо, что разрушения в Харькове очень глобальны. И, конечно, мы не смогли успеть обследовать каждый дом, который пострадал от российской агрессии, от оккупантов. В этом случае вы получите уведомление, что информация по вашему дому отсутствует. Это означает, что вам надо немного подождать, всего лишь несколько дней, и снова запросить информацию о вашем доме в чат-боте. Также хочу отметить, что обстрелы Харькова продолжаются. И, конечно же, география разрушений растет. Растет, к сожалению, с каждым днем. Также в скором времени заработает телефон для тех людей, которые по тем или иным причинам не смогут воспользоваться чат-ботом. О начале работы телефонной линии я сообщу дополнительно.